Друзья, всем привет! Привет из Америки! Сегодня середина сентября. Вот сижу на деке, пью кофе и наслаждаюсь погодой. Внучку проводила в школу, дочка ушла на работу. А я так сижу, кайфую, короче, вышла посидеть. Выгуливаю нашего лабрадора Оникса и думаю, попью-ка я кофейку. И вот сижу, такой кайф, такое умиротворение. Погода такая немножко пасмурная, иногда так пробивается солнышко, ветерок, плюс 17-18 сегодня днем. Ну просто кайф, я даже вот видите, сейчас слегка похудела, так это прям кофточку пододела. И вот сижу, пью кофе и немножко занимаюсь рукоделием. Сейчас вам покажу свой дворик. Вот такая вот тишина. Ветерок то подует немножечко, то перестанет. Я дек закрыла, и вот здесь после дождя немножко грязь. Там же собираюсь бетонировать. И вот жду щебенки, цемента. Ну, когда дочка привезет, не знаю. И вот дек закрыла, и сижу здесь, наслаждаюсь. А Оникс вот здесь лежит на коврике и ест хлеб. Хотя мы его кормим и сухими кормами, и домашней едой, но я приучаю его к хлебу, ну, чтобы голодным не остался, так сказать. У меня в Алма-Ате все собаки приучены к хлебу. Я им вообще-то варю домашнюю еду. И он, кстати, он сухую еду здесь не очень. Чуть-чуть так погрызет, погрызет, все уходит. А если сваришь на мяске ему макарошки, супчик, целую тарелку навернет. Ну, в общем, он у нас сейчас такой стал лощененький, да, Оникс? Оникс. Вот, а я себе кофеек. Кофеек. Целое бокалище. И вот взяла, это сыр президент Бри. А это просто слайсы. Ну и вот один финик, это для себя, как говорится, любимый. И вот сижу, режу булочку, тоже, наверное, вам покажу, что да как. Вот сижу, режу такую кофточку, один рукав уже отрезала, ну, пока выгуливаю собаку, что без толку-то сидеть. Вот я и режу вот так по швам. И с этого я вяжу такой узенький половичок на лавочку. Вот. Рукавчик вырезаем. У них тут шарошится. Вот, отрезала рукав. Распарываю его опять же. Ну, ничего так. Нитки не парют сроду. На трикотаж. Ну вот так. Вот. Это у меня рукавчик. И начинаю резать вот так по кругу. Но я уже приловчилась. Если материал потоньше, я режу пошире.
Это самая, кстати, противная работа в этом рукоделии. Вязать это просто одно удовольствие. Вяжется быстро, легко, но режутся нитки. Это не очень. Ай, палец себе чуть не прихватило. Вот. Но отходов практически нет. Так, вот то ли белка кричит, перекрикивается. Белок в этом году не так много, потому что дочка перестала их кормить. Стали такие здоровые, толстые. Но она, в принципе, для птиц кормушки делает. А белки все сжирают. И целый день сидят на кормушке и жрут, и жрут, и жрут. Такие здоровые были в прошлом году. Но что-то в этом году она не кормит. Некогда. Ну, сейчас есть кого кормить. У нас Соник появился. Он дурачится, бегает. Так, сейчас покажу. На улице хочет. Но я его так не отпускаю, иначе за ним будешь бегать. Только на поводке с ним выхожу. А то он уже здоровенький, ему надо уже бегать. И цветочки мои укореняются. Я не знаю, это не самшит, живая изгородь. Как он называется, не знаю. Оникс! Ну-ка. Не хулигань. Не хулигань. Какие дела, ребят. Здоровый уже становится. Вчера ему было 3 месяца. Вот. Ну, пока мы его тут лечили, немножко, мне кажется, не добирало. Сейчас меньше чесаться стал, набирает вес конкретно уже. Растет потихоньку, шерсть такая становится блестящая у него. Он практически перестал чесаться. В общем, лечим. Конечно, заняться есть чем. Но работы полно. Но, если честно, неохота. Мне надо и пересаживать цветы, и шубу надо реставрировать. И охота, ну так, охота, неохота позаниматься творчеством. О, все, разбесился. Разбесился. Ну. Хватит. Если честно, мне здесь очень нравится климат. Я просто в восторге. Ну, конечно, бывает летом, знаете, душновато. Ну, дома кондиционер, поэтому как бы не страшно. Вот. Климат нравится. Здесь не бывает прям вот такой вот сильной жары. И ну, сейчас вот прохладно. По идее, вот в прошлом году я уезжала 2 декабря отсюда. Вообще снега еще ни разу не было. Ну, там что-то так, как будто пролетал, до земли долетал и сразу таял. Снег у них выпал, я не знаю, по-моему, или перед самым Новым годом выпадал. Выпадал. Он здесь выпадает, но тает, тает. Вот. Бывает, что и 50 сантиметров может намести. Ну, наметет, за 3-4 дня там растает. Ну, иногда бывают такие морозы, ну как бы редко. Поэтому климат мне здесь очень нравится. А я же, как говорится, невеста севера. Ну, шучу. Я родилась на крайнем севере, за полярным кругом. И поэтому я вообще люблю холод, если честно. Прям холод я люблю. С детства. Я и на крайнем севере зимой спала с раскрытыми окнами.
Вот. Ну и вот все, срезала рукав. Вот, продолжаю намотку. Вот. Сейчас порежу. Так, постоянно вот резать, это вообще муторно, ребят. Очень муторно. Не люблю. Я обычно чередую. Чуть-чуть порезала, чуть-чуть повязала, чуть-чуть там поготовила, чуть-чуть поснимала, чуть-чуть видео подработала. Знаете, все надо делать в кайф. Я уже давно это поняла. Ну как давно? Не так давно. Когда была молодая, работала, как лошадь ломовая. Вот. А потом как-то, ну, печальные события в моей жизни, там, смерть там подружки, мамы, папа вот умер недавно. И как-то брат у меня погиб в 31 год, разбился на машине. Вот. И как бы вот эти вот потери, они... на такую мысль меня натолкнули. Конечно, этого не понимала, что жизнь-то прекрасна, и надо ловить каждый момент своей жизни. И все надо делать в кайф. Вот в кайф. Если, конечно, тебе работа не в кайф, то и работать неохота. Но единственное, конечно, если платят хорошо, то можно ее еще терпеть. Ну, хотя лучше работать самой на себя. Но не всегда это получается. Вот так, ребят. Наболтала с вами. Ну, чисто болталочка. Такие рассуждения ни о чем. Друзья, сегодня получили коробочку с посудой. Пришла белая посуда. Дочка давно хотела заказать посуду. Здесь 40 предметов. Вот сейчас буду ее вообще распаковывать и смотреть, все ли дошло хорошо, как она дошла. Вот, потому что у нее какая-то цветная посуда, но давно мечтали о белой. И вот распаковывать. Буду сейчас распаковывать. Распаковала я посуду. И вот покажу сейчас, что входит в этот набор. Ну, во-первых, сахарница, сливочница. Все такой квадратной формы. Масленка. Это соусница. Для перца, для соли. Такие небольшие квадратненькие штучки. 6 бокальчиков. Не маленькие, но и небольшие. Скажем так, средние. Вот. Вот это, я понимаю, тоже, ну, как подсалатники идут. Или что-то можно, типа, не знаю, может, для чая. Потом вот такие вот 6 штук идут супницы. Под второе можно использовать их. Вот таких. Вот 6 тарелочек небольших. И 6 больших тарелок квадратных вот внизу. Вот так. Теперь идет вот такой один большой, не знаю, такая большая чашка, салатник, не салатник. И вот такое плоское блюдо, тоже все квадратное. Вот такой вот белый наборчик белой посуды. Вот так, ребят, сделала обзорчик. Вот.